ситуация следующая. Сука, сопли бегут бесперестанно, темпер шпарит, но мы едем за Альтезой, чтобы отогнать ее в кузовной ремонт. Сиеры, наверное, сегодня не будет. Экшена этому всему еще добавит то, что она на летней резине в круг, причем на полусликах. А на улице лежит снег. Чувак! Дай двадцатку на проезд! На проезд добавить? Отвечаю, почему такая оперативность. Дело в том, что завтра уже забираем наши новые кузовные элементы, которые нужно будет потом подгонять к автомобилю. Поэтому Алька должна быть ровненькой, гладенькой, и увозим выходные к парням. Ну и, конечно же, все оказалось не так просто. Во-первых, пришлось почистить снег вокруг весь. А во-вторых, сел еще и аккум. Так что сейчас будем прикуривать малышку. Шепчет лайба. ТРСГЕ, ПИМС. И... В общем, в горочку тронуться не получилось. Поэтому сейчас мы ее дотащим с горочки Навары. А оттуда уже стартанем. Арки ширкают, колеса широкие. Ой, тачка пушка. Оказывается, колесо одно спущено. Короче, как-то не запланировано. Вот такой стилек получился. Знаете, мне владельцы Subaru напоминают иногда владельцев Жигулей. То есть они также готовы во дворе копаться, что-нибудь там. Но это он только что капот прикрыл. Согласен, да. Покупая Subaru, нужно быть готовым к тому, что тебе придется прямо на трассе капиталочку сделать. Без обид, чуваки.